Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.ком. США и Турция проводят третье наземное патрулирование на севере Сирии. Как сообщает агентство Регнум, со ссылкой на информацию агентства Анадолу, 4 октября подразделения США и Турции начали третье совместное наземное патрулирование территории Сирии. Сообщается, что патрулирование проходит в районах к востоку от Евфрата. Патруль состоит из колонны бронетехники, которую с воздуха прикрывают беспилотники. Напомним, что по заявлению представителей США и Турции, это патрулирование является частью плана по созданию на территории Сирии буферной зоны безопасности. Предполагается, что эта зона будет полностью опоясывать турецкую границу. В Анкаре настаивают, что контроль над зоной должен осуществляться исключительно турецкими войсками. Официальный Дамаск уже неоднократно выражал свой протест, называя действия США и Турции вторжением и захватом суверенной территории. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.